азербайджанская сторона отслеживает политические процессы, протекающие сегодня в Армении. Те, кто организовывают акции протеста в Армении и стоит во главе всего этого, являются достаточно известными личностями в армянском обществе. Как передает Азия-Ас, об этом в интервью представителям СМИ заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Министр подчеркнул, что эти же лица на протяжении многих лет давали ложные обещания армянскому народу и сегодня ведут страну в пропасть. Это неотъемлемая часть борьбы за власть, вновь поднимая тему Карабаха. Естественно, мы наблюдаем за этими процессами. О широкой общественной поддержке там речи не идет. Даже там нету 5-6 тысяч человек. И это еще раз показывает, что от этих ложных обещаний и иллюзий армянское общество уже устало, сказал Джейхун Байрамов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.